полицию Владивостока поступило заявление 93-летнего жителя. Пенсионер рассказал, что ему на домашний телефон позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что дочь заявителя совершила дорожно-транспортное происшествие, и для того, чтобы оградить ее от уголовного преследования, нужны деньги – 1 000 000 рублей. Пенсионер согласился их передать. К потерпевшему приехал молодой человек и забрал наличные. Позже в полицию обратилась другая пенсионерка, которая передала мошенникам 140 тысяч рублей. Курьер, помогавший обманывать граждан, задержан сотрудниками уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города Артема. В отделе полиции было установлено, что задержанный причастен к 7 эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории Владивостока. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 2,5 миллионов рублей. На вырученные деньги злоумышленник приобрел себе автомобиль, который полицейские изъяли. Следственным подразделением отдела полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренным частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – это мошенничество. В отношении фигуранта избрано мера пресечения в виде заключения под стражу.